снова пятница. Наступила пятница, и ой, как наступила. Честно говоря, в конце недели хочется устроить себе такой мини-праздник. Вяйки сюнипяй, поесть чего-нибудь такого сытного, вкусного. Разгрузочный день с чем-нибудь таким мясным. Я бы сказал, даже загрузочный день. Но не зря же мы называемся «Фунт лиха». И в гости к нам сегодня пришла Вера Копти. Ведущая рубрики «Путь к сердцу» еженедельника «День за днем». Вера, добрый вечер. Добрый вечер. И не просто пришла, а я вам что-то принесла. Конечно. Я должна это положить. С пустыми руками в гости. Да, а вот самое интересное, ребята, что сегодня мы будем пробовать шведские фрикадельки. То есть мы ничего не будем готовить. Те самые. Да, наконец-то. Время полуфабрикатов. Еще не хватало. Будем еще как готовить. Да ладно. Эти фрикадельки я привезла из Швеции. Угу. Еще они называются тефтельками. По-шведски они называются шёдбуллар. Мясные шарики. Шёдбуллар. Кёт. Кёт. Однажды, когда мы катались в Швеции на лыжах и увидели название кёт, мы думали, что это кошка. И решили, что шведы едят кошатину? Ну, мало ли, корейцы же едят собачатину. Нет, ребята, мы не будем сейчас, наверное, говорить о извивах произношения шведского языка, это уже другая немножко передача. У нас не лингвистическая передача. У вас не фунт лингва. Да. Вот. Но, тем не менее, это традиционное шведское блюдо, рождественское и вообще очень любимое. Мясные вот такие вот фрикадельки, которые делаются из смеси говядины и свинины. Они очень вкусные, их очень любят. Так вот, почему-то наши готовые фрикадельки, вот раковерески, скажем, еще там какие-то, они не идут ни в какое сравнение. Ну-ка, давайте попробуем. Вот. Но, в общем, вызов брошен, я так понимаю. Да, но мы решили не готовые фрикадельки талиговские или там какие-нибудь Макса Моррисовские приносить, а сделать сами. Конечно, сами, да, однозначно. Вот. Поэтому, что мы делаем? Фрикадельки. Правильно. Нам понадобится смешанный фарш говядина и свинина. Мы брали готовый. В каком процентном соотношении? Лучше 50-50. 50 на 50. Да. Нам понадобится лук репчатый, сырое яйцо, немножко домашних панировочных сухарей. Желательно все-таки не покупать, а сделать свои, они гораздо вкуснее. И дешевле, наверное. Да. Главное, вкуснее. Ну да. Тут нам нужна одна чайная ложка. Вода на случай того, если фарш наш получится слишком плотным. Родниковая. Естественно. И, ребята, такой нюанс. Никаких мясорубок. Нет, у нас только ручной труд. А что тогда понадобится? Блендер. То есть мы дело будем в том, делать... мы будем фарш делать еще более однородным. А, вот в этом и весь главный нюанс, скажем так. Будем надеяться, что так. Вот, друзья, основное отличие фрикаделек обычных от шведских заключается в мелкозернистой массе, правильно? Ну, там даже зернистости это вообще нет. Она такая, она однородная масса. Паста. Она как паста мясная. Фаршипаста. Пастафарша. Пастафарш. Лихопаста. Ну, фарш невозможно произвести назад. Это точно. Это точно. Ну что, давайте начнем. Попробую это сделать. Никогда этого не делала в в этом блендере. А какие коктейли из фарша получаются? Просто вот так смело или по кусочку, как это вообще? Ну, пытаемся, и мы, я надеюсь, не слабо. Давайте по чуть-чуть начнем. Так, значит, между прочим, шведы вообще очень любят вот такой мелко промолотый фарш. И есть такая даже серия, или как сейчас модно говорить, линейка блюд, котлеты Валенбергов. Валенберги – это династия шведских магнатов, банкиров. И кто-то из них очень, может быть, зубы плохие были, не знаю, может быть, жевать было тяжело. Но кто-то из них когда-то придумал... У магнатов были плохие зубы. Да. Ха-ха-ха. Это было в 19 веке. Дешевый суперкар. Это было в 19 веке, ребят. Ну, 19 век, это многое меняет или объясняет. Пошло-поехали. Так вот, и котлеты стали делать из очень мелкого фарша. Причем котлеты Валенберга – это котлеты из любого мяса. Это может быть и из кролика, из оленя, из говядины, и даже из рыбы. То есть для начинающих едоков, у которых еще нет зубов, для завершающих едоков, у которых уже мало зубов, и для любых людей, которые любят вкусно поесть. Но тем не менее, мне они не нравятся, потому что они слишком… в них не чувствуешь продукта. А что мы знаем вообще о Швеции? Ну, в первую очередь, наверное, шведская стенка и... Шведская семья. И шведский стол. Да. Давайте спросим нашего научного сотрудника, что ж такое шведский... Еще раз. Шведский стол. Здравствуйте. Самым известным блюдом шведского стола является, конечно же, сам шведский стол. Естественно, не предмет мебели, а традиционная для шведов форма подачи еды. Когда на праздничном столе
великом множестве выставлены сразу все блюда. И холодное, и горячее, и десерт. А гости накладывают себе от всего сразу. Шведскому столу приличествует сделать несколько подходов. Каждый раз с новой и чистой тарелкой, нагрузив ее по своему вкусу и аппетиту. Кстати, даже не вздумайте переводить на английский «Swedish table». Вас гарантированно не поймут. Ведь понятие «шведский стол», кроме русского, существует только в языках Восточной Европы. Сами шведы называют его «smörgåsbord», что в переводе означает «бутербродный стол». А остальные европейцы называют такую подачу буфетом или фуршетом. Что же составляет основу традиционного шведского стола? Это в первую очередь различные соленья, копчения и маринады из рыбы, мяса и овощей. Ничего не напоминает? Правильно, традиционный русский холодный стол. Поэтому в описаниях шведского стола, смёргусборда, часто фигурирует тоже незнакомое иностранцам, но зато такое понятное нам русское слово – закуски. А закусывают, сами знаете что. И шведы тут не исключение. Ведь бутербродным они стали называть свой стол лишь во времена сухого закона. А когда-то он назывался «бранвинсборд», то есть стол крепких напитков, что, конечно же, тут же расставляет все на свои места. А фаворит крепких напитков у шведов – это аквавит. В переводе с латыни – «вода жизни», «живая вода», или, попросту говоря, настоянная на пряностях и травах, знакомая нам водка. Традиционно аквавит на шведском столе подавали в большом сосуде с краниками, отчаянно напоминающим наш самовар. Особенно вкус аквавита выигрывает, если бочки с ним погрузить в трюма кораблей и отправить на другой край света. В пути содержимое будет перекатываться и плескаться, напитываясь ароматами. Земля круглая, благодаря этому ее полезному свойству, дважды пересекая экватор, аквавит возвращается домой, к родным скандинавским берегам. Так, ну фарш у нас изменил немножко цвет на... Почти... И консистенцию. И консистенцию, естественно. И мы до такой же консистенции доведем луковицу, правда? И объединим. И Вера покажет, как именно руками лепить это все дело. Беру луковицу так. И тоже блендер. А я пока подвигаю поближе сухари и яйцо. Да, Вера у нас профессиональный дегустатор и профессиональный путешественник. Но почему все-таки Швеция? Ну, вы знаете, так сложились обстоятельства, что в Швеции живут мои близкие люди. Угу. Поэтому я вынуждена, ну, не вынуждена. С большим удовольствием. С большим удовольствием посещаю эту страну замечательную. Как часто? Ну, как позволяют обстоятельства. Как позволяет работа, потому что, ну, по крайней мере, не реже нескольких раз в год, скажем так. А когда вы предпочитаете ездить? Зимой, летом? Когда время есть. Понял. Ну, поскольку я езжу не в круизы, я езжу туда, как правило, на как минимум на несколько дней, ну вот неделя, 10 дней, если время позволяет, то я просто живу, как живут шведы. Как же живут шведы? А как живут шведы? А вот мы и перешли как раз вот к вопросу. Кстати, обратите внимание, вот во что превращается наш фарш. Он практически становится, вот видите, да. Таким именно очень наш фарш. Мягким. Да. Так про шведскую семью. Вы как будто бы проигнорили вопрос. Как это? А это анекдот, который придумали, опять же, туристы, которые не могли понять, как это так, когда на прогулке там четверо детей, два папы и две мамы. Причем думают, что же это такое у них происходит? Что же это у них такое? А на самом деле все очень просто. Дело в том, что шведы, как правило, очень цивилизованно разводятся. И продолжают нормальные дружеские отношения с новыми женами и мужьями своих бывших половинок, с их общими детьми и детьми от предыдущих браков. Поэтому это абсолютно в порядке вещей. Никто там ни с кем, извините, не вступает в интимную связь. Вот просто это действительно нордический характер. Да? А у нас соль есть? Конечно. Соль есть. Так, и перец поближе ко мне, сначала лук положим. Ой, слушайте, я уже один раз открывала, у меня там это не лук, а чисто слезы. Очень хорошо. Вот этими слезами мы сейчас польем наш фарш. Хорошо. И солить не надо будет. Давай, смелый самый. Так, у меня рука в мясе, пожалуйста, кто-нибудь. Я не могу, я плачу. У одной лицо в слезах, у другой руки в фарше. В крови-то. И, кстати говоря, тоже вот такой нюанс, который, может быть, наши туристы не замечают, потому что они просто не ходят в продуктовые магазины. В Швеции, как правило, очень большие упаковки всего. Фарш продается
килограмма два упаковка уже готовые, огромные буханки хлеба, огромные обжоры. Сыра. Что с ними вообще такое происходит? Во-первых, большие семьи. Угу. Во-вторых, закупаются заранее. Значит, они просто более рачительны. Наверное, больше, да? Тоже уже заплакала? Это будут самые грустные фрикадельки на свете. Милые женщины, я надеюсь, вы сейчас умиляетесь у экранов. Это настоящие слезы. Это, так, достаточно. Это не телевизор. Я вам клянусь, что я не заплачу. Не голливудский, нет. Клянусь, что я не заплачу. Давайте поспорим. Заплачу. Добавь сюда еще немножечко сухариков. Домашних. Да, совсем самодельные, да? Да, да. Из обычного белого хлеба нашего эстонского. А шведы-то они вообще какого-то хлеб едят? Разные. Они едят сухие хлебцы, эти их знаменитые, стримпуты, как называются, которые, в отличие от шведских, тонких, они такие толстенькие. Mm-hmm. Они такие... Криспы. Давайте, какие-то криспы, да. Давайте узнаем у нашей домохозяйки Юли Календы, какие шведские хлебцы у нас продаются. Кнекебрёд. На шведском это хлебцы. Кстати, традиция производить хлебцы появилась в Швеции еще 500 лет назад. И, между прочим, это считалось едой бедняков. Плюсы заключаются в том, что хранятся они очень-очень долго. Конечно, в отличие от хлеба. Срок годности может достигать года, а то и больше. Я думаю, что многим известно, что хлебцы намного полезнее, чем хлеб. В них много минеральных веществ и полезных компонентов, которые необходимы человеку, живущему особенно в городе. Хлебцы считаются диетическим продуктом. Если вы хотите похудеть, съедайте не более 3-4 кусочков в день. Но обязательно нужно читать состав, потому что некоторые производители делают особенные хлебцы, в которых есть дрожжи. А человеку, который хочет похудеть, конечно, дрожжи будут вредны. Давайте посмотрим. Так. Здесь дрожжей нет, а здесь есть. Делаем вывод, эти полезней. Может быть, это прозвучит не совсем вкусно, но дело в том, что хлебцы делаются из низких сортов муки. Самое главное, что во всех хлебцах есть клетчатка, в разных, конечно, процентах. 18, 14, 17 и даже 20. Ну и, конечно, хлебцы должны быть цельнозерновыми. Клетчатка, между прочим, очень полезна для нашего желудка. И еще, обратите внимание на добавки. Дело в том, что это так красиво, когда есть всевозможные добавки с кориандром, может быть, с чесноком, но это не значит, что это натуральный может быть продукт. Итак, делаем вывод. Для того, чтобы хлебцы приносили вам пользу, нужно обратить внимание на то, чтобы в них было меньше добавок вкусовых, меньше соли и желательно, чтобы не было дрожжей. С вами в поисках лучшего была Юлия Календа. Пока! Как показала практика, бороться с фаршем лучше все-таки в перчатках. Проще руки отмываются, да. Ну, гигиеничнее, конечно. Да. Я возьму. И, Вера, покажи, как это делать. Так, ну, есть методика, которая мне не нравится и никогда не нравилась. Это, кстати, кулинарные книги часто ее описывают. Фрикадели закатывания. Двумя ложками. Мне это не нравится, мне больше нравится, когда ручной труд. Ручной труд. Не больше. Получается примерно 2,5 сантиметра в диаметре. Ну, где-то так. Вот такие вот симпатичные. Фарш еще можно так хорошенечко шмякнуть, тогда он становится более податливый для лепки. Давай. Это такой профессиональный секретик есть. Ну, отлично. Прям шлепает его. Да, он же ни в чем не виноват. Но же Швеция – это только Стокгольм или не только Стокгольм? Что мы знаем о ней? Мы знаем о Швеции очень много. Во-первых, мы знаем о том, что Стокгольм – это не только старый город. А Стокгольм – город огромный, он стоит на большом количестве островов, и я хочу сейчас… На 7, кажется. Нет, по-моему, на 17. Я проверял вас. 7 – это нет, 7 – это как-то мало. Так вот, если наши, опять же, туристы, как правило, гуляют по пешеходной улице, которая называется красиво улица Королевы, Дроттингаттен. Угу. Это самая торговая, самая популярная улица. Она длинная, очень пешеходная. И если по ней пойти до самого конца, то когда вы увидите с правой стороны на горе оранжевое здание, а под горой будку, которая переливается, как правило, всеми огнями, где подают какой-то фастфуд, то это значит, что вы уже не в центре Стокгольма, угу. А вы уже пришли в район, который называется Васастан.
названные, естественно, в честь короля Васа, который... Династия Васа – одна из самых знаменитых шведских династий. А вот Васа Музеум – это… Да. Как корабль Васа назван, опять же, в честь этой династии. Угу. И вот в районе Васастана все называется Васа. Там есть ресторанчики, которые называются Васа, там есть парк. Можно ли только купить вазу? Да. Зато Вас. Там очень много антикварных лавочек, там можно купить все, что угодно. Угу. Так вот, этот район славится тем, что там жила с 1940 года и до самой смерти Астрид Лингрен. Моя наша любимая писательница. Жила она, естественно, около ваза-парка, с окнами на парк, где зимой заливали каток. И она, видимо, не могла не написать наши любимые книги. И ездила на автомобиле ВАЗ. Во сне. Да. Ну, если ей снилась советская Россия в то время. Вот. Так вот, книжку о Карлсоне она написала в 55-м году. В те годы район был абсолютно захолустным. Там стояли доходные дома, где очень недорого можно было снять квартиры, и куда в те годы устремились шведские лимитчики. И она вдохновилась их видом, что ли? Или нет. Что? Или у нее был пропеллер нет, там? Нет. Я просто сейчас говорю о реальности, об обстоятельствах. Угу. Потому что получается так, что родители малыша, это чета Свенсенов, самые настоящие лимитчики есть, которые приехали на заработки в Стокгольм. Сняли квартиру у вас в Астане, угу, на одном из верхних этажей. За длинной шведской кроной. Вот. Да. И вот именно там и происходили явился к малышу друг Карлсон. Вот какая у меня получилась маленькая, самая последняя из остатка. Да. Рекадельчика. Смотрите. Вот. У нас как-то... Знаете, дамы, я обратил внимание, что у Ксении самые маленькие... Мы у вас аккуратные. Вера средняя, а самые у меня... средние. Да, самые средние. А у меня самые большие. Давай переплю. Нет, нет, не перелепляй, сразу будет... Они просто жариться будут по-разному. Маленькие быстрее, а мы в три захода большие сделаем. Да, так, в три захода точно. Я это убираю, да? Так. Приступаем. И вот как раз напротив дома, где жила Астрид Лингрен, есть парк. А за парком площадь Святого Эрика. И там есть дом с синей такой зеленой бронзовой крышей, покрытой башенкой. И вот она считала, что он жил именно там, потому что она видела эту башенку из своего окна и придумывала все эти истории. А тефтельки, ну, сам Бог верил. В общем, несмотря на фантастическую историю, писательница была далеко не фантасткой, да? Абсолютно. Вот так. Абсолютно. Она очень стояла крепко на ногах. И когда очередное правительство предъявило ей счет 102% налогов она должна была заплатить от доходов. 102%. Подождите. Это, простите, как? А вот так. Вот так. Она получила счет. Это что... от доходов за книгу о Карлсоне она должна была еще доплатить, да? Вот. Значит, она написала гневную статью в местной, в стокгольмской, самой главной газете. К ней на поклон приехал министр финансов. Принес ей извинения и отменил налог. Ничего себе. Извините, бухгалтер тут соточку пририсовал случайно. Вот такая история. Ну как? Выглядит прекрасно. Да, очень так, даже. Может быть, нам стоит открыть и сравнить хотя бы внешний вид? Давайте попробуем. Первый тест. Первый тест. Итак, первый раунд. Внешний вид. Так, наверное, проще мы сделаем это ножом. Что конечно. Что мы тут хлеб берем пинцетом? Вы знаете, мне наши нравятся больше сразу. Итак, дамы и господа. Очень похоже. Швеция, очень Эстония. Очень похоже, очень похоже. Похоже, но здесь они такие блестящие. А мы их здесь в масле. Ну, эти же холодные из холодильничка. Ладно, ладно, ладно. В первом раунде ничья. Визуальный тест пройден. Пройден, да. На запах мы еще пока не знаем, что. Давай вторую порцию тоже, потому что чувствую, что нам будет этого мало. Только. Это выглядит это очень мало. Вкусно. Возвращаясь к картам и Google Maps. На самом деле, не было бы Швеции, шведов, викингов и этих великих путешественников, Google Map бы никогда не существовал. Знали, что делали? А наш научный сотрудник знает еще больше. Это хорошо, когда у тебя круглый год, тепло и светит солнце. И у южных народов кухня летняя. А шведское лето не успеешь заметить, как пролетит. Так, короткий промежуток времени между концом прошлой и началом будущей зимы. Шведская кухня – это кухня долгих зимних сумерек. А ведь к зиме нужно столько всего заготовить и запасти. Самый шведский продукт – это, конечно же, селедка.
Свежая, соленая, жареная, копченая, в маринаде и под соусом, рецептов которых многие десятки. Зимние холода кажутся шведам настолько естественными, что по шкале температур, которую изначально предложил шведский ученый Цельсий, ноль соответствовал температуре кипения воды, а точке ее замерзания плюс 100 градусов. Так что большему холоду соответствовала более высокая температура. И только потом шкалу Цельсия развернули в привычную нам сторону. Чтобы зима не казалась такой унылой, шведам нравится подсластить пилюлю. И во многие шведские рыбные и даже мясные блюда в изрядном количестве добавляется сахар. А приправой к ним служит не острая, как у нас, а сладкая горчица. По вкусу шведам и пряности. Их так хорошо добавлять в маринады. И если у нас четверг некогда считался рыбным днем, то шведам с их изобилием рыбы впору устраивать разгрузочные дни, когда рыбу к столу не подают. И в Швеции четверг – это день горохового супа. Помню, как в детстве именно плюшки и тефтельки Карлсона, а также бутерброды, которые мумми мама укладывала в корзинку для пикников, вызывали особое умиление. Шведская трапеза – процедура такая же обстоятельная, как и национальный характер шведов, которые всему предпочитают совершенство и ясность простоты. Наверное, поэтому первым ученым, предложившим всеобщую классификацию растительного и животного мира, был швед Карл Линней. А шведский дизайн, в том числе к уходной мебели и столовой посуды IKEA, стал международным стандартом. Немного выбивается из этого ряда изобретатель динамита, швед Альфред Нобель, детство которого, кстати, прошло в Петербурге, и он прекрасно владел русским языком. Зато учрежденные им Нобелевские премии стали высоким символом мирового престижа. Наверное, мы перейдем к... чему-нибудь такому, вот что может согреть долгими напитку. Шведскими вечерами. Да, да, да. Эстонскими заодно. А также финскими, датскими и какими вообще, угодно. И какими угодно. Так, мы вот. Будем делать сейчас глёк. О, глёк! Он же глинтвейн. В принципе, рецепт этого прекрасного зимнего напитка, он очень похож. В разных странах его делают практически одинаково. Все зависит только от... Но мы сегодня будем ориентироваться на твой вкус, да? Да. Угу. У нас есть хорошее красное вино. Не следует экономить, и некоторые думают, вот для глёга можно купить там в коробке там что-нибудь, да, подешевле. Много. Шато Тетрапак, знаете. Вот. Доливай, давай. Так, предлагаю начать. Наливаем вино. Добавляем туда. Что это за звездочки такие? Это анис. Добавляем звездочки аниса. Я думаю, что двух маленьких нам достаточно будет. Они сразу очень духмяные такие. Иван Васильевич меняет профессию. Добавляем по вкусу сахар. Честно говоря, впервые вижу, чтобы в глёк добавляли сахар. Но я полагаюсь на ваш опыт и надеюсь, что это понравится. Обязательно, потому что если здесь не будет ничего сладкого, то это просто будет подогретое красное вино. Мы же этого не хотим. Мы этого не хотим. Немножко петрушки. Вино? Мое, вы свои дела занимаетесь, а я тут... Обязательно? Глёк – лекарство Фрекенбок. Разогреть бутылку хорошего красного вина, добавив в него сахар, гвоздику, анис, корицу и изюм. Не доводить до кипения. В стаканчике положить немного миндаля в пластинках. Разлить глёк и украсить долькой апельсина. Вооружились вилками. Раздача слонов. Держи. Спасибо. Держи. Смотрим. С каких начинаем? Ну, с шведских. Они к нам плыли. Нет, я начну с наших, потому что вкус шведских я знаю очень хорошо. Вот что у нас получилось в результате. Обмакнем варенье. Действительно, вот про зернистость фарша вы все верно сказали. Прям не чувствуется вот этих вот комочков или как это, жилок, вот как обычно бывает в фарше, в котлетах. Так, теперь я пробую эстонскую. Неплохо. Очень неплохо. Знаешь, с вареньем тоже очень здорово. Какой вердикт? Так, подожди, я эстонский еще не пробовал. Ну, шведские понравились? Да, очень понравились. Но они для масс-маркета или фастфуда, или как это там называется, по-шведски, довольно приличные. Нет, это прекрасный полуфабрикат.
Который, кстати, вот эта упаковка стоит вообще смешные деньги. В переводе на наши, на евро, это стоит где-то евро 30. Действительно, смешные деньги. Но наши мне нравятся, знаете почему? Потому что там есть очень важный секретный ингредиент. Лук. Нет, любовь. И руки. И руки свои. То, что сделано самим дома, с домашним картошечкой, с домашним вареньем. А давайте сделаем такой вывод, что фрикадельки, сделанные шведской женщиной где-нибудь в деревне под Оре где-нибудь Оре, там. Да. Да. Из шведского фарша будут нисколько не хуже, чем наши домашние. Вы знаете, надо поехать и перепроверить. Давайте вот ездить в Швецию почаще. Отличная идея. За какие фрикадельки мы голосуем? Кто за шведские фрикадельки и их победу? За шведские? Я. Так? Ничья. Ну спроси. Хорошо. Я за эстонские. А кто за эстонские? Я. Все. Все. Я предлагаю, боевую ничью. Давайте. Тефтельки – шведская семья. Настоящие тефтельки готовятся из очень мелко порубленного фарша, смеси свиного и говяжьего. Для этого мы рубим его дополнительно в блендере. Там же измельчаем луковицу, добавляем яйцо, несколько ложек домашних сухарей, немного воды, соль и перец. Скатываем аккуратные круглые котлетки и обжариваем в сливочном масле. Подавать с картофельным пюре, брусничным или клюквенным вареньем, а также сладкой горчицей. Ладно, согласен. Боевая ничья, давайте, друзья, отметим это все дело глёгом. Добрым глотком глёга. Скол. 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 Скол, как говорят в Швеции. Ну, мне кажется, и не только. Друзья, это была передача «Фунт лиха». И мы сегодня с удовольствием приготовили, съели. И, конечно, мы не можем вас тоже отпустить с пустыми руками. Я унесу вот это с собой. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот съестное отсюда еще никто не уносил. Я буду первая. А вот фартук мы действительно вам хотим презентовать. Спасибо. Да, фирменный фартук передачи «Фунт лиха» теперь становится вашим. Надеюсь, что он подарит много радости вам и вашим домочадцам. Благодарю. Приглашайте еще. С нами была Вера Копти, ведущая кулинарной рубрики «Путь к сердцу». Еженедельника «День за днем». Смотрите нас через неделю. Пока.